Дорогие друзья, мне пишут много люди, которые принимают другие болезни за чумку. Посмотрите внимательно, погуглите про симптомы собачьих болезней. Часто чумку с пироплазмозом путают. Вот в этом ролике у меня текст, перед вами будет бежать текст про пироплазмоз и про то, как человек вылечил свою собаку от пироплазмоза, страшной смертельной болезни. Прочитайте, пожалуйста, я не буду это вам сама зачитывать, вы можете это прочитать, текст будет перед вами. Как вылечить от пироплазмоза? Большой текст, там написано точно, собачка вылечилась и бегает. Можете у меня в комментариях посмотреть. Это было написано под моим видео о чумке, этот комментарий зрителя. И все подробно о пироплазмозе. Друзья, не забывайте, что это тоже очень распространенная болезнь.